На этой земле здесь у меня много знакомых, друзей много. И самое главное, конечно, это та тема, которая заявлена, даже вот сама формула этой темы, скажем, я очень ей порадовался, потому что я слышу ее, по сути дела, впервые. Антропологическое единство. Антропологическое единение, может быть, даже точнее сказать, потому что единство – это плод наших совместных усилий. Может стать, с Божьей помощью это произойдет. А сейчас мы просто должны будем все трудиться в этом направлении. Я уже в психологии и в образовании уже более 40 лет нахожусь и как бы сам видел самые разные формы и обсуждения, законы, которые принимались. И во времена советской власти, и на переломе, во времена разрушения Советского Союза, 90-е годы, как уже, по-моему, вошло в лексикон лихие 90-е. Они действительно были лихие по всем нашим человеческим измерениям. Этот каток прошел, и фактически мы только-только выходим из такого своеобразного обморочного состояния, неопределенности огромной. И сегодня просто действительно такой вот исторический час. Это вызов всем нам, всему нашему миру, русскому миру, православному миру, православной цивилизации, как очень глубоко и четко это пространство обозначил в своем докладе отец Константин. И я думаю, что это как раз это наше рабочее пространство. Суть-то дела достаточно простая, то есть диагноз-то поставить несложно. Разрушилось, ушло в небытие всемирно верное и всесильное учение, так называемая марксистско-ленинская философия, марксистско-ленинское мировоззрение. И ушло стремглав, прям буквально. И появилась растерянность. Ну а как же там теперь, во что же теперь верить, какие там базовые ценности мы должны с вами удерживать и на какие мы должны будем ориентироваться, потому что внятного ответа со стороны наших светских мыслителей, философов, ученых, педагогов, ученых, такого внятного ответа не прозвучало. У церкви есть свой ответ, и он, может быть, вот неизменен, по крайней мере, для православной цивилизации уже более 2000 лет. Но такой страх перед встречей, значит, вот, с миром православия, с православным богословием, он почти что на генетическом уровне сохранялся, да и продолжает сохраняться до многих до сих пор. А святое место пусто не бывает, как вы хорошо знаете. Да? И как раз в 90-е годы на нашу землю хлынул поток, такой мутный поток, мощный поток восточного мистицизма, оккультизма, сектантства. И это еще чуть-чуть удается нам притормаживать или преодолевать, но он уходит в подполье, он подспудно продолжает действовать под разными такими интригующими именами, что не сразу даже поймешь. Вообще упаковки яркие, целлофановые, такие блестящие, кажется, что там и пища доброкачественная, а на самом деле развернешь и сталкиваешься. Вот. Не то, что там несъедобные, а просто с отравой, с духовной отравой сталкиваешься. Вот, собственно, в этой ситуации мы с вами находимся. Образование, педагогика, воспитание, при том в самом-самом объемном смысле этого слова, потому что это касается всех, не только профессиональных педагогов, всех касается. Потому что и родители вынуждены быть педагогами, и вообще всякий взрослый человек, там, где встречается взрослый человек с ребенком, там сразу же мгновенно вспыхивает педагогика. Прям в прямом переводе с греческого, как вы помните, да, это человек, ведущий детей. Вот тут и возникает вопрос, куда ведет, каким образом, в каком направлении, на каких основаниях, почему один ведет вот в этом направлении, а другой в этом направлении. То есть без внятного мировоззрения, без внятной базы ценностных оснований
не может существовать образование наше отечественное. Оно всегда имело ценностные основания. И до революции было, да и после революции. Какое бы у кого отношение не было к советской власти и к тому господствующему мировоззрению, но это было мировоззрение, на котором выстраивалось. И советская педагогика очень много совершила достижений, у советской педагогики много достижений самых разных. Вот. Даже вот вроде бы вот в этих достаточно строгих границах. Но мировоззрение не может быть жестко ограниченным. Оно, потому оно и мировоззрение, это воззрение на весь мир в целом. И вот в этом мировоззрении, в советском мировоззрении, коммунистическом мировоззрении, там были идеалы, там были целевые ориентиры, там были ценности. Если внимательно посмотреть, то, конечно же, даже человеку богословски не обязательно сильно просвещенному, чтобы увидеть, что подавляющее большинство ценностей и смыслов, которые существовали и закладывались в коммунистическом мировоззрении, они взяты-то ведь из православия, из Евангелия взяты, из божественного откровения, которое фиксировано в Священном Писании. Даже кодекс строителя коммунизма, как вы помните, это фактически это есть. Ну, конечно, искаженные версии, да, вот, но это версия взята, опять же, из Евангелия, заповеди блаженства. Было. Но вот в 90-е годы это произошла такая вот мировоззренческая, политическая, экономическая и в том числе и антропологическая катастрофа, которая сейчас для нас еще не кончилась. Значит, окончательно. Вот, собственно говоря, я это воспроизвожу с той целью, чтобы вы почувствовали тот контекст, в котором вот зарождалось одно из направлений в нашей отечественной психологии, но, к счастью, оказалось, что и частично и в педагогике. Сегодня, значит, вот у меня доклад называется «Концептуальные основы психологии и образования человека». Вот я должен сказать, что это одна часть вот того большого замысла, который сложился у меня с моим другом, учеником Исаевым Евгением Ивановичем в конце 80-х годов. Такой вот сложился проект, на идее сложилось, что нужно выстроить психологию, ориентированную адресно, точечно, ориентированную прежде всего на педагогов. Я застал то время, когда было резкие разногласия между педагогами и психологами. Педагоги говорили: ваша психология нам не нужна, потому что она нам ни ума не прибавляет, ни становится инструментом для нашей педагогической работы. Это было обвинение психолога. А психологи обвиняли педагогов, что они мало образованные, мало читают, и поэтому и не понимают нашу великую науку под названием психология. Но это разногласие было абсолютно законным и объективным, потому что теоретическое знание, которое получало классическая психология, оно, я так говорю так иногда, несъедобно. Оно должно быть препарировано, оно должно быть преобразовано и превращено в инструмент практического действия для педагога. Педагог не должен становиться психологом. У него своя миссия очень важная и значимая. Но он должен быть психологически грамотен. И вот эта грамотность психологическая, она должна быть особым образом преподнесена. В том виде, как это получало это психологическое знание, академическая наука, оно не могло бы становиться ни средством для такого психологического образования, как дополнительного образования для педагога, ни могло превратиться в инструмент практического, его практического педагогического действия. И это оказалось очень сложной работой. Вот тогда и возникла вот эта идея выстроить, по сути дела, психологическую антропологию, как бы уже знает, но не очень, может, поначалу глубоко, что христианская православная антропология уже существует, и она очень глубоко и масштабно проработана. Педагогическая антропология, которая была, зародилась в нашем Отечестве, да, связана с именем Ушинского, великий, замечательный замысел, который оборвался с начала 20-го столетия, после революции, фактически не было ни подхвачено, ни продолжено. И в советские времена советская педагогика не выработала образ, модель вот такого системы знаний, как педагогическая антропология.
И без нее, фактически, я бы сказал так, сегодня педагогическое образование без фундаментального учения под названием «Педагогическая антропология», оно осколочное, это образование педагогическое. То есть мы выпускаем не педагогов, а чаще всего ремесленников. И очень часто, что хотя у него написано в документах, что он педагог, скажем, учитель, да, он на самом деле слуга того предмета, который он освоил в системе высшего образования и который он пришел транслировать в школу. А, собственно говоря, что есть педагог, вот его миссия вообще в культуре, в образовании, в обществе, это всерьез сегодня не обсуждается. Ну, вы даже видите по всяким административным телодвижением, там все же крутится вокруг экономики. У нас сегодня на смену педагогам, руководителям приходят менеджеры. А менеджер, понятно, ему нужна эффективность. А эффективность – это когда чем больше я продуцирую за меньшую цену, тем я успешнее, тем более я успешнее. Понятно, что на таких основаниях мы с вами не построим. И вот действительно выстроить нашу образовательную систему отечественную, как действительно человекоориентированную, как развивающую практику образовательную. Для такой работы нужен союз, и необходимо преодолевать разногласия и пустой параллелизм, такой разрушительный, по крайней мере, трех систем знания. Прежде всего, конечно, это христианская антропология, христианская православная антропология, потому что тут я почему делаю акцент на православную, потому что и христианская психология, и христианская антропология есть и в других западных конфессиях христианских, и у протестантов, особенно у протестантов, и у католиков. Поэтому здесь нужно делать акцент все-таки именно христианской православной антропологии. Почему она должна быть сегодня, я бы сказал, она должна быть специальным курсом при получении высшего образования? Потому что именно здесь обсуждаются вопросы о предельных смыслах жизни. Здесь задаются предельные ориентиры о происхождении человека, о его назначении, о его ориентирах, о его устремлениях, потому что никакая другая система знаний эти вопросы с такой полнотой, масштабностью и серьезностью не обсуждает ни философия, ни рациональная наука, и даже педагогика, психология, скажем. Это не их вопросы. И это необходимое, именно как некая предельная, фундаментальная мировоззренческая база. Дальше психологическая антропология необходима, потому что психологическая антропология это не просто еще одна дисциплина, еще одна там психологическое направление и наука. Я иногда говорю, что психологическая антропология это не психология о человеке, это психология для человека, чтобы он мог превратить вот это психологическое знание в инструмент работы с самим собой. В инструмент своеобразного преобразования своей и преодоления своей самости, которая очень часто складывается без личного участия носителя этой самости, как может быть за его спиной. Ее необходимо рассекретить, для этого нужны особые способности, особый тип знания о самом себе, о своем внутреннем мире, о своей субъективности, о своей, с тем, чтобы с ней можно было работать. И психологическая антропология – это учение о закономерностях развития человека в интервале его индивидуальной жизни. Это и этапы, периоды, значит, условия, механизмы перехода с одного возрастного, скажем, вот как переходить из одного возраста в другой. Автоматически это не происходит, это не анатомическое созревание. Перейти в другой возраст – это плод специальных усилий. Потому что мы уже знаем, да, седовласых младенцев, которые как вот родились младенцами, так вот уже все, и голова белая, все, как говорится, побелело, а такой вот духовно-психологический статус младенчества. И наоборот, мы знаем отроков мудрых, как старцы, скажем, да? Поэтому, я говорю, здесь такого естественного созревания нет. Знание вот этих вот закономерностей, и потом самый главный акцент – это закономерности развития человека. Потому что психология классическая занимается психикой,
Есть психология психика, психики, и это не стыдно этим заниматься, это вполне, как говорится, нормальное научное направление. Но педагог встречается не с психическими процессами, не с психическими свойствами в классе. Он встречается с Петей, Машей, Васей. И он говорит, мне нужно знать их, надо знать, а не их психические особенности. Что я с ними буду делать? Ну, узнал я, что у него скорость там, или там объем запоминания такой-то, там, концентрация внимания такая-то. Мне нужно его как-то целиком, вот дайте мне картину, дайте мне возрастной портрет и динамику преобразования. Тогда я буду понимать, а что мне как профессионалу и как взрослому человеку делать в этой ситуации. Поэтому психология человека и психология психики – это разная система знаний. И вот нам нужна психологическая антропология, чтобы это знание получить. И третья система, конечно, которая требует просто скорейшей разработки. Тут у меня претензия к педагогам. Нужна педагогическая антропология. Это тоже система знаний, это учение о путях становления базовых, фундаментальных, сущностных способностей человека, которые становятся в пространстве и из материала культуры, отечественной, ну и мировой культуры, культуры, истории, во времени истории и пространстве культуры. Это материя, из которой строится. А вот как обустроить это пространство становления вот этих базовых фундаментальных способностей человека, да, психолог вам не скажет, и философ вам не скажет. Это может, это должна уметь говорить, ставить такие вопросы педагогик. Вот я попытался акценты расставить как раз вот в контексте того названия нашей конференции, да. Это единство, эту гармонию необходимо выстраивать. Вообще, я нечаянно узнал, что, оказывается, одно из древнелатинского, значит, одно из значений слова «гармония» – это согласие принципиально разногласного. Это не унисон, это не одинаковость, это не подавление одного другим, а это именно внутреннее согласие, внутреннее сродство, но разногласного, уникального и самостоятельного направления. В этом смысле педагогика, психология и православное богословие или просто православие в самых своих разных содержаниях – это действительно вот такое единство возможно, и оно осуществляется. Даже наши рождественские чтения, ведь если внимательно посмотреть, встречаются. Это же не просто богословские конференции, там же встречаются как раз и педагоги, и психологи, и ученые, самые разные философы. Попытки как раз вот найти пути и средства такой вот гармонизации. А сама психологическая антропология, это, я на этом уже закончу тогда, но я надеюсь, мы еще у нас встреча будет и можем поподробнее рассказать. Это вот три книги. Такие они, сейчас вышло второе издание, Православный Свято-Тихоновский университет гуманитарный взял на себя такой труд по издание и распространение этих книг. Сейчас будет третье уже издание, мы уже договорились. Это «Психология человека», прежде всего в свете как раз именно в свете христианской антропологии. Это «Психология развития человека», то есть какого рода изменения, сдвиги происходят в интервале индивидуальной жизни человека от первого крика до последнего вздоха, как минимум. Хотя нужно, на самом деле, всерьез рассматривать еще и до рождения, потому что человек уже человек и до появления на белый свет. И третья книга – это «Психология образования человека». То есть как это рассмотрение, как должно быть обустроено, я подчеркиваю слово «должно быть», поэтому вот в этой системе знаний тут присутствует, очень сильно присутствует нормативность. Вот у нас вчера был хороший семинар, и я всегда привожу вот формулу, которая у нас сложилась в таком рабочем контакте у психологов и у педагогов, что норма развития, да, вообще некая нормальность, это, во-первых, не всеобщая воинская повинность, с одной стороны, а с другой стороны, это не то среднее, что там так или иначе присуще всем. Норма – это не среднее, что есть, а лучшее, что возможно для данного конкретного ребенка в конкретных обстоятельствах его жизни. Вот если мы будем видеть таким образом норму, да, тогда мы будем с вами должны быть, а что же есть лучшее для человека? Мы, вот это, а дальше мы будем обсуждать, ну и как же нам двинуться
какими путями и какими средствами вот этому, этому лучику, который мы с вами определили, согласовали и в этом направлении начали двигаться. Вот психология образования человека, значит, собственно говоря, своим предметом и имеет вот эти вопросы. Вопросы о лучшем и вопросы о путях и средствах движения. Если говорить с православной точки зрения, то это фактически действительно в русском слове образования лежит ключевое базовое понятие образ, образ Божий. По сути дела, образование и должно высвечивать, высветлять, проявлять, защищать и сохранять вот тот самый образ, который нам, всем нам, каждому нам, да, Господом Богом. Но он часто загроможден, затенен, ну, самыми разными помехами. Поэтому я вам желаю размышлять в этом направлении и искать возможности осуществить свою великую миссию служения. Педагогика для меня это служение как священство, как педагог, как врач. Это служение, а не достижение каких-то эффективных результатов, к которым нас призывают. Спасибо. Виктор Иванович, большое спасибо. Спасибо.